Компания называется A-Service. Мы являемся официальным партнером фирмы 1С, мы официальный франчайзи. И мы разработали свой продукт по автоматизации рекламы производственных агентств. Соответственно, с этим продуктом мы участвуем в отраслевой выставке рекламы 2017. Соответственно, участвовали в рекламе 2016, 2015. Продукт все в одном, то есть единый центр автоматизации для небольшого предприятия, который, в принципе, можно использовать для автоматизации под ключ за один рабочий день. То есть мы можем прийти в компанию, обновить существующую бухгалтерию, которая есть на предприятии, в которой ведется учет. Финансовая служба бухгалтерии продолжит вести учет, как работали, но, соответственно, все сотрудники производственного цикла, менеджеры, печатники, постпечатники зайдут в эту же самую программу и продолжат работать в программе, формируя уже свои документы, там, заказы, производственные наряды, будут рассчитывать стоимость изделий по калькуляционным картам. И вот наша ключевая, как бы, особенность в том, что автоматизация таких простых изделий, как там широкоформатная, интерьерная печать, там резка, фрезоплоттер, цифровая, занимает один рабочий день. Соответственно, более сложные изделия типа рекламных конструкций, там уже требуется участие именно с точки со стороны клиента-технолога. Здесь уже как бы дольше, потому что, как правило, когда мы приходим в компанию, ну, не все технологи могут сформулировать и алгоритмизировать, как именно они считают стоимость изделия. Вот здесь уже могут быть тонкости, но с точки зрения именно компании, в которой есть алгоритмы, автоматизация занимает, ну, считанные часы и позволяет легко, как бы, начать вести учет, причем не прерывая предыдущие учеты. Очень простой, ну, вход, да, то есть легко начать работать, и продукт пишется под реальные компании. То есть продукт не пишется под большое какое-нибудь там полиграфическое предприятие и затем пытается использоваться в каких-то там более мелких компаниях. У нас целевая аудитория небольшая организация с принтером, там, с 10 сотрудниками. Соответственно, все хотелки, все пожелания и все требования таких компаний, они в продукте реализованы. То есть им не нужно там прогибать себя и придумывать бизнес-процессы цикла, которых у них нету, или никогда не будет, или до которых они еще не доросли.